Коллеги, Северная Осетия на ваших экранах, рядом со мной новые интересные спикеры. Давайте представляться, как называется ваша компания, чем вы занимаетесь? Зао Рабоев, коммерческий директор группы компании «Пивоваренный дом Бавария», Алан Савлаев, начальник отдела рекламы и маркетинга холдинга нашего. Мы производим пиво, безалкогольные напитки, а также воду. Ну, более подробно хотелось бы рассказать о наших линейках сладких напитков. Это есть у нас сегмент премиальные напитки, достаточно широкий ассортимент вкусов. Если говорить о реализации, то помимо традиционной розницы мы представлены и в мире ритейла. Недавно у нас были отгрузки в Кению, поставляем продукцию в Объединенные Арабские Эмираты. Также у нас есть партнеры, которые сейчас планируют поставку в Саудовскую Аравию. Если говорить о нашей горной родниковой воде, Тбаут. Тбаут – это сама гора, так называется, откуда берет свое начало наш источник. Очень интересные проекты у нас сейчас. Получили лицензию от СТС Медиа «Три кота и царевны», знают все этот мультик. Решили вспомнить и уделить большое внимание младшему поколению наших потребителей. Также с гордостью заявляю о том, что лицом бренда «Тбау» стала Полина Гагарина. Будем совместными усилиями продвигать также нашу продукцию. Вода «Тбау», она также поставляется сегодня и в Кению, и в страны ближнего зарубежья, и на рынке России. Это и традиционная розница, это и такие партнеры, как «Азбука вкуса», «Гиперглобус», сейчас контракт с «Ашаном», «Окей». В общем, достаточно успешно развиваем наш бренд. Можно, наверное, сказать еще, что у вас есть стенд, куда можно отправить всех наших посетителей, чтобы по достоинству оценить качество ваших напитков. Да. У нас мы представлены с индивидуальным нашим стендом. Номер стенда, Алан? D2105. Спасибо. Никто не помнит номер своих стендов, но вы все. Спасибо. Да. Кстати, я забыл сказать, что Тбау ушел не только в мир шоу-бизнеса, мы также ушли в мир большого спорта. И сегодня мы являемся спонсорами футбольного клуба нашей республики. Так что охватываем все сегменты, не оставляем равнодушными никого. Замечательный, мне кажется, конец нашего интервью. И дальше реализация ваших планов мы вам желаем. Надеюсь, наша выставка подарит вам много новых интересных контрактов. А Полина Гагарина – прекрасный выбор. Спасибо. Спасибо.